Громче аплодисменты. Посмотрите, Анастасия ждет вашей поддержки. А еще она ждет, когда же закончатся эти конусы, когда она уже перейдет ко второму этапу. Да, Анастасия, можно обрадоваться. Первый этап пройден. Первый этап пройден. Как всегда, флажки. Самая сложная сегодня работа, я уверен, у наших уважаемых жюри. Вот эти все флажки поднимать, это очень сложно, друзья. Это очень сложно, их надо поднять вовремя. И самое главное, в нужный момент. Так, чтобы спортсмен увидел, а вы, конечно же, поддержали все это эмоциями, друзья. Итак, вот. Итак, друзья. Продолжается наше соревнование. Это финальный участник, финальный спортсмен в номинации «Макси». Поэтому, дорогие друзья, давайте громче поддерживать замечательную девушку, которая за рулем такого брутального черного автомобиля Nissan. Итак, ну самый сложный задний ход. Вот интервью хочется даже взять. Вот Татьяна, можно вас на секунду? Татьяна, скажите, вы являетесь автолюбителем? У меня есть права, но я не вожу машину. Не бойтесь автомобиль, да? Вы знаете, большинство мужчин, наверное, обрадовались, большинство девушек расстроились, а я отношусь спокойно к тому, что девушка за рулем. Вот вы как относитесь к тому, что девушка за рулем? Спокойно, я планирую обязательно поменять все дороги. Потом меня муж возит. Вы сначала обрадовали мужскую аудиторию, а теперь немножко разочаровали. Татьяна, скажите, что самое сложное, вот когда вы учились на права? Самое сложное что? Вот для вас дворики или задний ход, или, может быть, заехать на такую возвышенность? Ну, самое сложное для меня было этап